Встреча выпускников напоминает, не знаю, благотворительный вечер. Ну, сами посудите. Весь вечер взрослые, чего-то добившиеся люди кормят бюджетников. И чем закончится этот вечер, всегда интрига бешеная. Опа, хорошо. Опача. Да ладно. Это кто это у нас тут? Нет. Да нет. Вера Юрьевна? Офигеть, мы выпускниками встретились, конечно. Да сколько я выпил. Сколько она выпила. Да-да. Встаю. Что, опоздал? Ой. Просыпайтесь, Вера Юрьевна. Как говорится, звонок для учителя. Вы кто? Ну, Валентин. Какой еще Валентин? Михеенко, Валик. Что? Какой Михеенко? Михеенко? Да. А, класс! Да. А что ты здесь делаешь? Ну, если по порядку. Закончил школу, поступил в институт, потом пошел на работу, заработал денег на квартиру, и вот в ней живу. А, да? А я что здесь делаю, Михеенко? Как вы там в школе говорили? А ты давай подумай хорошенько. Нет. О, Боже, не может быть этого. Этого не может быть. Какой ужас, Господи. Это что сразу ужас, а? О, Боже, ужас. Проснуться в одной постели с двоечником. А, то есть лучше было бы, ну, например, с отличником. Ну, к примеру, с Докучаевым. Помните его вчера, вот это вот? Так, спокойно, Михеенко, спокойно. Может быть, все еще не так страшно. А, нет! Черт! Все очень страшно. Очень страшно. Михеенко, почему мы голые? А, Вера Юрьевна, мне с места отвечать или к доске выйти лучше? Как оно? Значит так, Михеенко, ответь мне, пожалуйста, сейчас на один вопрос. Готов. У нас что, был этот? Который? Ну, этот. Ну, который. Что вы мямлите себе под нос? Скажите так, чтоб все услышали. Какой умный стал, а? Михеенко, у нас был секс или нет? Был. О, Боже мой. Позор какой, Господи. Да, секундочку. А можно одно уточнение? А может быть, он был так же, как у нас уроки ОБЖ в 11 классе? Не, реально был. Ясно. Да. Это позор. Это фиаско. Как же я могла так, так просто? Как же я... Ого, тут не переживайте. Было ох, как непросто. Да? Вы же не соглашались, пока я вам всех фараонов не перечислю. А, серьезно? Так тяжело, мне женщина еще никогда не доставалась. Ага. Я бы даже не справился, если бы вы мне подсказывать не начали. Да. Я что, тебе подсказывала? А вы не помните? Вот нет, это? Если сейчас... Ну давай, Михеенко, ну быстрее, ну Рамзе, ну... Так, тихо. Рамзес, перестань вот это. Не-не-не-не-не, Вера Юрьевна, это я к тому, что я вам хочу спасибо сказать. За что? За то, что знания, которые вы дали нам в школе, реально в жизни пригодились. Знаешь что, Михеенко, вот сейчас как раз тот момент, когда мне не очень приятно это слышать. Понятно. И вообще, я поняла. Ты мне за ту двойку мстишь, да? Не, за ту двойку я уже как бы отомстил. Значит так, Валик, давай с тобой договоримся. У нас с тобой ничего не было и быть не могло, это ясно? Это почему да это? Да потому что, Михеенко, я твоя классная. О, да.
руководительница! Боже мой, который час? Я же везде... Ну вот, ну я опоздала. Я обещала Татьяне Ивановне заменить ее на уроке. Ну, ну что мне теперь ей писать, а? Вот, Михенко, что мне ей писать, прикажешь? Ну, так, открываем вайбер, начинаем с красной строки. Что? Ну, с большой буквы, с абзаца, господи. А? Уважаемая Татьяна Ивановна, сорян, меня не будет. Сдаем работы. Господи, Вера Юрьевна, сорян, через О, элементарных вещей не знаете. Так, слушай, Михенко, знаешь что, не издевайся, знаешь, как голова болит. Так, а может, давайте я как в 10 классе, а? Что? Ну, сбегаю, тряпочку намочу, я быстро. Послушай, Михенко, мне сейчас вообще не до шуток. Я надеюсь, Валик, что об этом инциденте никто не знает и не узнает. Правда же, Валик? Никто не узнает. Знаю. Я когда в 11 классе окно разбил, так мои родители что-то сразу об этом узнали, а тут как бы история поинтереснее будет. Ничего, ничего интересного не вижу. Ты лучше скажи, Михенко, где мы с тобой вчера... Нашли друг друга. В клубе. Что, не помните? В клубе. Это очень хорошо. Там никого нет, значит, никто меня не видел. Прекрасно. А что за клуб? На Подоле который. На Подоле. Прекрасно. Это значит, в центре, значит, там дорого, значит, точно никого из знакомых нет. Класс. А что за вечеринка была? Встреча выпускников. Были все. Собрались, посидели. Класс. О, боже мой. Какой ужас. Ну, я надеюсь, ты никому же не сказал, Михенко, что мы к тебе поехали, да? Нет, конечно, верно. Молодец, ты молодец. Тем более, какой смысл дублировать информацию? Я не понимаю. Что значит дублировать? Ну, это ж вы у ведущего микрофон выхватили и кричали на весь зал. Внимание всем! Мы едем веселиться к Михенко домой! О, боже мой. И что, это все слышали? Да нет, это уже утро было. Я Слава богу. Но когда вы начали вести прямой эфир из моей квартиры, вот тогда даже параллельные классы подключились. Да. Да ты что? О, боже мой, я... А что я снимала? Я что, вела прямой эфир, как мы с тобой? Не-не-не-не-не-не-не-не. Вы просто ходили по квартире, снимали, говорили, о, полюбуйтесь, как нынче двоечники живут. Так, послушай, это какие-то все небылицы. Я знаю, ты все, как всегда, выдумываешь. Понятно? Не могло такого быть, ты все подстроил. А мне кажется, это вы все подстроили, Вера Юрьевна. Я? Ну а кто? Вы же сейчас со школы ко мне неровно дышите. Это, слушай, это мне сейчас просто интересно, с чего ты взял? А кто меня от Машки на первую парту пересадил? Поближе к себе, Михеенко, я хочу видеть твои глаза. Конечно. Так. А вы знаешь что, Михеенко? Я вот сейчас, кажется, начинаю вспоминать, что было вчера, и понимаю, что я оказалась права. Эй, в чем это? Ничего толкового из тебя так и не выросло. Это... Как это не выросло-то, а? Ага, это вы опять придираетесь, как обычно, понятно. Да если бы, Михенко, как был ты двоечником, так и остался, что в школе, что в жизни, да? Где-то поспешил, где-то опоздал, что-то важное вообще пропустил. Вера Юрьевна, так а может быть я пересдам? Что значит пересдам? Ну, я хочу получить... Хорошую оценку. Давайте я то же самое, только теперь с выражением. Ну, не знаю, Михенко. Если будет снова на троечку, эта оценка пойдет в аттестат. А я буду стараться. Ну, хорошо, нужно очень стараться. Я буду очень стараться. Итак, первый вопрос. Михенко, скажи, пожалуйста, а можно я сегодня в школу не пойду? Можно, Вера Юрьевна. 1-1.